Карачаево Черкесии увековечили память заслуженного учителя России Магомета Байрамукова. В Черкеске на здании гимназии номер 17, которое он руководил на протяжении почти 30 лет, открыли мемориальную доску. Подробности у Али Баташева. Главный в школе – это не директор и даже не учитель, а обычный ученик, любил говорить своим коллегам заслуженный учитель Российской Федерации Магомед Байрамуков. В 1987 году он принял школу новостройку и руководил ей на протяжении почти 30 лет. С 1916 года гимназия номер 17 Черкеска входит в число 500 лучших школ России. В этом большая заслуга талантливого педагога и умелого руководителя, отмечали выступающие. Учитель русского языка и литературы Ирина Идеева считает Магомета Байрамукова своим наставником и примером настоящего учителя. Настоящий интеллигент, он учитель с большой буквы. Он всегда спокойно, размеренно объяснял. За добросовестный труд и огромный вклад в развитие региональной системы образования Магомед Исаевич был награжден множеством наград и титулов. Это, конечно, и заслуженный учитель, и почетный работник, и отличник образования. Но самая главная награда – он был народным учителем. На мероприятии вспоминали педагога-новатора, первого директора школы номер 17 с 1987 по 2018 год. Отмечали его вклад в развитие подрастающего поколения Карачаева-Черкесии. Свидетельство об увековечивании памяти Магомеда Байрамукова Валерий Дедук вручил его сыну Эльдару Байрамукову, который пошел по стопам отца и стал директором школы. Он был человеком образованным, очень он горел своей работой, был настоящим педагогом. Конечно, пример отца на меня очень сильно повлиял, хотя, признаюсь честно, я никогда не планировал работать в школе. Это скорее случайное стечение обстоятельств. Ну, на сегодняшний день я уже в общей сложности 9 лет отработал в школе и очень этому рад. После торжественной церемонии открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия.